Всем привет! Сегодня я сниму видео про пеларгонии. Вот, сниму и буду их черенковать. Они зацвели, стоят неполиты, бедненькие, потому что с неполитых пеларгония черенок лучше укореняется. Немножко вот их решила поснимать. Такие они уж сейчас красивые. Вот это Батик Блу. Вот уже чуть-чуть другую дал расцветку он же. И вот с него такие вот розовые зацветают цветочки. Разную окраску выдает. Здесь мадам Бавари красненькая. Тут тюльпановидочка. Ред Пандора. Это вот Кассиопея. Никогда не передает камера. Такая же она красоточка на самом деле, межвидовая. Высокая не растет. Это Батик Пинк. Здесь вот Firebox Bicolor, такой стелларчик. Так, это из серии Тоскана. Summer Lovers. Rose Splash. А вон красоточка какая, Нэнси Парпл Эя. У нее такой еще пурпурный глазик. Очень она мне нравится. Это шоколады. С шоколадным листом, но сейчас он цвета мало, не шоколадный. Так, здесь у нас такая тоже пестренькая, красненькая. А это плюшечка плюшелистная зацвела. Great Bells of Fire Pink. Тоже очень красивая. Так, тут у нас розовая, уже и не помню. Имя забыла. Это у нас фуксия такая. Хотела на штамбе ее сделать. Может быть, попробую. Ватерним фуксия. Такие вот сейчас цветут пеларгонечки у меня. Немножко почистить надо, ну вот прочеренкую. И все почищу, все сухие листочки. Вот какая красивая. Вот такие они. Так что черенки на весну будут со всех этих сортов. Кому интересно, контакты всегда под видео оставляю. Всем хорошего дня и пока-пока!